игры. От создателей Скайрима и Fallout 4. Ну, это внушительно. Такое. Да. Хорошо и плохо тут как бы. Да как бы. 25 лет в разработке. Сколько лет? Типа, программисту, что ли? Не знаю. They say the wonder is not that the field of какого цвета ГГ? Давайте угадать, угадывать будем. Выиграл грин карту и пришлось скинуть неверно один чуть. Речь про космос, про будущее, про. Я понял, значит, все, мы имеем только один цвет, раз это будущее. Сейчас отвечу. Здесь речь идет про инопланетян. А, ну тогда тем более. О, хотя, о, осуждаю. Сейчас отвечу, подождите. Ну, честно говоря, пока что... Покажите ее лицо. Внушает. Что? Ну, я такое люблю. Чувак, оно еще не вышло, пожалуйста. Не верьте трейлерам. Трейлеры это обман на гривны. Белая девушка. Что? Ну ладно, она, скорее всего, с какими-то испанскими корнями. По-моему, у нее есть усы. Все, да, заткнись, дай проникнуться. А все? Ладно. Проникнуться, бля. Вот ну, и... короче, это какая-то космическая игрулька, очень, видимо, проработанная. Это... Ну, выглядит неплохо. Судя сейчас по трейлеру, это еще года три ждать, наверное, надо будет. Поэтому особо не рассчитывайте. Просто оно, знаете, типа... То есть к 30-летию оно выйдет. Xbox Exclusive, Starfield. Xbox Cloud. 11.11.12. Play... Не, слушай, она даже выглядит более-менее женоподобно. Да. Ничего себе. О-о-о. О, Xbox Game Pass, Game Pass. Его будут очень часто показывать. Это та, которую ты озвучивал. О, курочка, привет. Озвучу я тем голосом. Нет, это не она. Это она. Это не она, блядь, я же ее знаю. Да? Та в Ubisoft вообще yes, работала. Ну да. Но это такая метисочка вроде, такая да? Такая же просто. У нее, блин, плечи рамок, что больше, чем у меня, наверное.